11 сентября состоялись выборы в Тверскую городскую думу. Совсем скоро новый состав парламента приступит к исполнению своих обязанностей. Будет принимать решения в интересах жителей областной столицы. Наша съемочная группа вышла на Трехсвятскую улицу для того, чтобы выслушать наказы от избирателей и передать их народным избранникам. Заниматься населением, которое живет в аварийном жилье, в том числе двор пролетарки или любые подобные районы. Вот. Ну, а так в целом усердно работать. Молодежь, естественно, поддержать. Ну, в плане, например, трудоустройства их после окончания средних учебных заведений и высших учебных заведений. То есть я сейчас студент, и пока к нам даже не обращались в плане будущего трудоустройства. Нужно, наверное, что-то сделать с квартирами, потому что у нас же существует ипотека. И не все люди способны взять, и заработная плата в некоторых регионах, она не соответствует. И, наверное, нужно позаботиться о том, чтобы стало доступно жилье, и тогда уже люди смогут рожать. Благоустройством города давно пора заняться. Грязновато, мне кажется, ну, на мой взгляд. Вот я в центре работаю, у нас там вообще как бы во дворе, можно сказать, в Герцинской библиотеке, помойка, где крысы живут. Ну, хотелось бы, чтобы такого не было. Ну, так, в принципе... Ну, речной вокзал неплохо было бы подумать, восстановить как визитную карточку города. А по поводу социальной какой-то поддержки, ну, я работающая женщина, мне хватает. На дошкольные учреждения, школы и так далее, потому что многие из них нуждаются в капитальном ремонте. Вот, потом на зарплаты, я не знаю, от них зависит зарплата или нет, но зарплаты бюджетных учреждений, также вне бюджетных учреждений. Вот. Ну и инфраструктура, конечно, о ней тоже не забываем. Я бы сказала, работайте честно. Все.